18 октября Каспийский ОМОН отметил свой 25-летний юбилей со дня образования ОМОН «Скорпион Каспий» Управления Росгвардии по Республике Дагестан. Началось мероприятие с возложения цветов к мемориалу погибшим сотрудникам, после чего сотрудники ОМОН и приглашенные гости почтили память воинов правопорядка минутой молчания. Отметим, что состав отряда внес значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом на территории Республики Дагестан. ОМОН «Скорпион Каспий» был создан 18 октября 1999 года на базе отдельной специальной роты МВД по Республике Дагестан. С момента своего создания он зарекомендовал себя как высокопрофессиональное спецподразделение, способное эффективно реагировать на угрозы и выполнять задачи в самых сложных условиях. Открыл мероприятие поздравительной речью начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор Александр Орехов. День рождения, наверное, это слишком мягко сказано. Четверть века отряд «Скорпион Каспий» стоит на страже Отечества. За эти четверть века вы прошагали очень большой и сложный путь. Всегда личный состав отряда ОМОН «Скорпион Каспий» отличался, наверное, мало сказать, в лучшую сторону. Всегда превосходно, с честью выполнял любую поставленную задачу, как на территории республики, так и за ее пределами. Поздравить спецподразделение с юбилеем прибыли начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор Александр Орехов, помощник главы Республики Дагестан Саид Маматханов, в Рио командира ОМОН «Скорпион Каспий» полковник полиции Абакар Гаджи Абакаров, ветераны отряда, воспитанники профильного класса Росгвардии, члены семей сотрудников и вдовы погибших бойцов ОМОН. 25 лет – это хорошая дата, которую вы посвятили свои дни, да, дни жизни, в страхе за свои семьи. 25 лет вы находитесь на страже нашей республики. Вам мы желаем крепкого здоровья, крепкого духа. В этом году исполнилось 17 лет, с тех пор, как погиб мой муж. Все 17 лет вы нас не забываете. Спасибо вам огромное. В рамках праздничных мероприятий отличившихся сотрудников отряда наградили государственными и ведомственными наградами, а также им были объявлены благодарности и вручены ценные подарки. Наградили сотрудников за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность с момента создания отряда. Награждены государственными наградами 116 сотрудников, в том числе одному сотруднику присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Кроме того, для гостей праздника была развернута выставка техники и вооружения, а также полевая кухня. Завершилось мероприятие праздничным концертом звезд дагестанской эстрады и воспитанников школ искусств города Махачкалы.